Всем привет, друзья! Вы находитесь на YouTube-канале компании Priority Auto. Мы возим автомобили и спецтехнику с аукционов Японии. Меня зовут Константин. И сегодня я хотел бы остановиться на интереснейшем экземпляре, на самом популярном хэтчбеке, вывозимом из страны восходящего солнца Японии. И сегодня у нас последний рестайлинг третьего поколения, который выпускался с 2017 по 2020 год. Дальше начался выпуск уже четвертого поколения Фита, и там уже пошла новая история данного автомобиля. Четвертое поколение заслуживает именно отдельного выпуска, мы к ней еще вернемся. Ну а третье поколение выпускается вообще с 2013 года. Это первое масштабное преображение, да, фитенка с 2013 года. Полностью поменялась у нас оптика, передний и задний бампер. И, кстати, все эти изменения, они пересекаются с Хондой Civic последнего поколения. Изменилась пластика переднего бампера, также у нас противотуманные фары стоят в более крупных нишах. Также увеличилась, мне кажется, у нас сама лейба, в которой стоит датчик контроля до впереди идущего автомобиля. У нас светодиодный, трехсекционный, энергосберегающие фары головного света. Они оснащены механизмом автоматического управления света, там переключение с ближнего на дальний. Неизменными остались это повторители в ушах, двери, то есть боковые части автомобиля, они остались без изменений. Также у нас в штате идет диски на 15. В данной комплектации есть бесключевой доступ, также повторители в ушах. Ну и здесь японец добавил вот такие накладки, чтобы не царапался металл. В целом, друзья, что касается внешнего оснащения, так это самое главное, улучшена аэродинамика автомобиля, что повлияло на его скоростные показатели в лучшую сторону. Но и прежде чем продолжить свой рассказ об этом красавчике, хочу отметить, что он привезен для нашего клиента с аукционов Японии и отправится город Якутск. Так что Якутску привет, вот такой вот красавец теперь будет. Да там уже, в принципе, от нас достаточно таких красавцев пытается, и не только таких. Поэтому Якутску большой привет, отдельно привет Денису, спасибо за выделенный автомобиль на обзор. Ну и, друзья, интересное нас еще ждет в салоне, интересное ждет по некоторым опциям. Но я предлагаю для начала поменять локацию. Мы сейчас поедем, проедемся. Я немного расскажу о работе роботизированной коробки передач. Многие ее боятся, давайте посмотрим, как она примерно ведет себя, так как я не механик, не буду рассказывать вам вот это вот досконально до каждого пунтика, винтика и так далее. Я вам расскажу более простым языком, понятным простому человеку, который берет автомобиль просто для того, чтобы на нем ездить, а не ковыряться. Итак, начнем, наверное, с того, как трогается робот. Мы запускаем наш автомобиль. Двигатель с кнопки запускается. Возвратный селектор переключения передач. Включили D. Отпускаем тормоз. Все, автомобиль как на автомате, как на вариаторе. Поехал. В общем, начну с того, что пока мы едем спокойно и нас не ждут никакие горочки, ухабы и так далее. То есть у нас абсолютно спокойная езда по ровной дороге. То робот работает в режиме автомата обычного, то есть всем привычного. Вроде... То есть никаких нововведений. Обычно с первой на вторую, на третью и в обратном порядке. Интересно начнется, наверное, именно на горках, на подъемах и спусках, при разгоне и так далее. Вот когда мы едем в спокойном режиме, изменений особо не наблюдаем. Итак, я преодолел немного подъемов и спусков. Ничего пока необычного. Сейчас вообще вот с горочки качусь на батарейке, на нашей гибридной установке. И V-мод можем увидеть. Так что ничего необычного, чуть-чуть поддам газка, а то за мной уже начинают пристраиваться. Пока обычная работа автомата, то есть автоматической коробки переключения передач с несколькими передачами. В данном автомобиле их 7. Итак, когда вы предпочитаете спокойную езду, то вы, в принципе, разницы, я думаю, с автоматом не почувствуете. Но вот, когда вы переходите к более динамичной езде, тут вы уже начинаете чувствовать вот эту всю разницу автомата, робота и вот где-то посередине механической коробки переключения передач. Вы посмотрите, что он делает. Я включаю дэшку, нажимаю ехать. А нет! Говорит, ты никуда не поедешь, пока не пристегнешься. Итак, к примеру, перед вами появляется более крутая горочка. Вам нужно ускориться. Вы нажимаете педаль в пол, и вы чувствуете, как робот сбрасывает скорость на нижнюю. И довольно долго тянется на ней.
И где-то наверху горочки мы почувствовали, вот он, переключение, только-только-только. На автомате, я считаю, это было бы немного раньше. Так, это первый пример, горочка, да, мы чувствуем просто это переключение, и мы чувствуем затягивание переключения передачи. На автомате это был бы уже звоночек, что что-то с автоматом не так. У робота же стоит отметить, что это такой принцип работы. Второй нюанс – это разгон до сотни. Также принцип будет такой же – затягивание переключения передачи. Остановились полностью. Один, два, три. Газ в палас. И сотня. Итак. Я думаю, возможно, это даже было слышно на камере, как, опять же, автомобиль, точнее, роботизированная коробка передач, она затягивает передачу для более мощной динамики, для более быстрого разгона автомобиля. Этот метод мы применяем на механической коробке переключения передач. Автомат же делает это переключение более мягким, более спокойным. Но за счет этого динамика автомобиля, она уменьшается. То есть скорость разгона увеличивается. Honda же пошла немного другим путем. Ну, может, это и не Honda начала делать. Я даже вникать в это не буду. Но сам смысл. Я вот расскажу именно про свои ощущения. Я ездил на механике, у меня было два автомобиля на механике. И робот переключает передачи. Вот я бы сказал, вот как бы ты переключал идеально на механике. То есть идеально вовремя втыкал нужную передачу. Вот здесь он то и делает. Но для незнающего человека покажется, что это какая-то неправильная работа автомата. Принцип, он как бы один и тот же. Есть конкретная последовательность передач. То есть снизу вверх, сверху вниз. И все. Но сам вот этот факт, для увеличения динамики автомобиля применяется вот такой вот метод работы роботизированной коробки переключения передач. Но я еще раз назову, это, знаете, такой метод идеального переключения механической коробки передач в автоматическом режиме. У него двойное сцепление, у него есть своя тормозная жидкость, то есть помимо основного бачка, залей тормозную жидкость еще и в робота. Она одинаковая, кстати. Он умеет тормозить машину двигателем так же, как это вы делаете на механической коробке передач. Ну и опять же, он это делает за вас. Как и прежде, Honda Fit представлен в переднеприводной и полноприводной модификациях. Подвеска сохраняет свою простоту, эффективность. Спереди у нас стоит амортизационная стойка, сзади у нас балка, у полноприводного автомобиля подвеска D-Denio. Под Honda меня всегда впечатляет именно остротой вождения, то есть остротой рулевого управления, как она держит повороты, то есть на скорости и так далее. Так, передо мной сейчас прямая трасса, но сейчас я доеду до поворота и снова кайфану просто от того, как этот автомобиль заходит в повороты. Конечно, этим удовольствием обладает практически каждая Honda. Он легко очень держит полосу, его не выбрасывает с полосы. Но также у нас есть подруливание рулевого колеса, напомню, но об этом позже. Вот посмотрите, просто идеальнейший. Я вообще не чувствую никакого крена. Он идеально просто заходит по полосе в поворот. Я держу руль, друзья, одной рукой. И вообще никакого напряжения не испытываю при прохождении поворотов. Если бы автомобиль обладал еще более мощным двигателем, он бы, наверное, мог участвовать в каких-нибудь ралли, не знаю, там. Ну, конечно, все-таки он остается городским хэтчбеком не для спортивной езды, а просто именно для динамичного передвижения по межгороду. Но и при этом всем он остается очень экономичным именно в городе. Продолжим с еще более красивым видом. Про техническую часть данного автомобиля, а именно двигателя, которые в третьем поколении в последнем рестайлинге остались неизменны. У нас есть модификация с двигателем 1,3 литра и полторашка гибрид. Также есть 1,5-литровый двигатель, который ставится на модификацию RS и обладает 132 лошадиными силами. Ну а гибридный 1,5-литровый вариант работает по циклу Аткинсона в сочетании с электромотором и литий-ионной батареей. Друзья, это самый, наверное, экономичный из всех
модификации. И у данной модификации гибрид 1,5 литра 110 лошадиных сил. То же самое в модификации 4WD. В модификации же 1,3 литра, что передний, что полный привод, автомобиль обладает сотни лошадиных сил. Также на гибридной модификации обновлена система впуска, что положительно сказалось на расходе топлива и динамике автомобиля. Ну а если конкретнее к цифрам, то у данных экземпляров, у гибридных модификаций расход топлива начинается заявленный, хочу подметить, от 3 литров на 100 километров. Тут такое дело, друзья, что при разработке Honda Fit 3-го поколения инженеры были озадачены именно профилактикой безопасности автомобиля. И поэтому в рестайлинге, в последнем рестайлинге 3-го поколения ввели систему Honda Sensing. С помощью радара миллиметрового диапазона и монокулярной камеры автомобиль может контролировать ситуацию на дороге. А именно, контроль выезда с полосы, контроль до впереди идущего автомобиля. Эта система помогает избегать столкновения с транспортными средствами и также с пешеходами. И в пробках данная система уведомляет о том, что впереди идущий автомобиль тронулся. То есть отвлеклись в телефон, допустим, впереди автомобиль поехал, и чтоб вам там сзади не сигналили, автомобиль производит соответствующий сигнал и показывает, что автомобиль впереди тронулся. Также у данной комплектации есть контроль за знаками скорости и кирпича. Больше, ну, других я, по крайней мере, не видел. Всем этим оснащены автомобили в комплектации, в которой есть приставка Honda Sensing. Также хочу отметить, что автомобиль имеет довольно невысокий клиренс, всего 135 мм. Это опять же возвращаясь к тому, почему автомобиль хорошо держит трассу. Но стоит отметить то, что далеко за пределы города на нем не выйдешь. Сейчас мы находимся на небольшой грунтовке, куда автомобиль спокойно может проехать. Что касается более ухабистой местности, то там уже возникнут проблемы. В какой-то степени доработан и салон нашего экземпляра, точнее рестайлинга, последнего рестайлинга от Honda Fit 3-го поколения. Добавлена новая аудиосистема. Стоит отметить, что больше появилось именно больших дисплеев. Я даже пока маленьких-то не видел, все рестайлинги приходят с большим дисплеем, то есть с большим вырезом под большой LED-дисплей. Изменены материалы обивки сидений, цветовые схемы, то есть доработаны также салоны, и ощущение натуральной кожи, оно уже более такое внушительное. То есть, ну, все мы понимаем, что здесь не натуральная кожа, но она приближено по ощущениям именно к натуральной коже. Здесь мы видим, у нас комбинированный салон, который мы можем получить, кстати, только в L-комплектации. В комплектации S и F у нас тканевая обивка салона, хотя S считается самой топовой комплектацией у данного автомобиля, но кожа там практически полностью отсутствует. Здесь же у нас кожный полный мультируль с адаптивным круиз-контролем, с отключаемой опцией контроля до впереди идущего автомобиля и контролем выезда с полосы, управление аудиосистемой, управление телефоном, управление приборной панелью. Также комплектация не обделена обогревом зоны дворников, антиюзом, отключаемым шумом от гибридной установки. Ну и также здесь контроль до впереди идущего автомобиля, контроль выезда с полосы, кнопки дублируются с руля. Также немного изменилась у нас кнопка запуска Start-Stop Power. Это я еще отметил, посетив Японию и посетив дилера Honda, посмотрев новый автомобиль 2020 года. У нас загорается белым при нажатии на тормоз, зажигание, и загорается красным. Довольно эффектно смотрится. Центральная панель у нас, в принципе, осталась такой же, автоматический климат, сенсорное управление. Приборная панель кардинально отличается от второго поколения, но не отличается от дорестайлинга. В целом у нас не видоизменилась панель в последнем рестайлинге, выглядит также красиво, светящийся цвет меняет в центральном окошке при нажатии на педаль газа, то есть показывает, когда мы экономим топливо, загораясь зеленым цветом. Также у автомобиля может быть опция подогрева передних сидений. Обратите внимание на селектор переключения передач в дорестайлинге. Точнее, в первом рестайлинге он еще был синим, а здесь уже черная такая накладочка идет у него. И также есть спорт-режим, ну и эко-режим, соответственно, у нас же гибридный автомобиль. Потолок у нас светлый, темный потолок только идет в самой топовой комплектации, ну, впрочем, как и у многих
других марок автомобилей. Прежде чем перейду на второй ряд сидений, хотел бы показать багажник. А именно при сложном втором ряде сидений. Хочу обратить внимание, как это у нас происходит. Задний диван у нас опускается в пол. Спинка ложится. И у нас получается ровный пол из багажника в салон. При таком варианте сюда также можно положить матрас, какие-то крупногабаритные вещи и спокойно перевозить. Да, Fit обладает не самым большим багажником. Сейчас покажу, как выглядит именно багажник. Но радует то, что салон трансформер превращается в ровный пол. И вообще очень легко, механизмы все исправны. Это становится опять задним вторым рядом для пассажиров. Ну а багажник принимает уже свой вид, но остается довольно вместительным по сравнению с главными конкурентами Toyota Aqua и Nissan Note. В стандартном оснащении у Fit'а третьего поколения последнего рестайлинга у нас компрессор, гель, домкрат, баллонник. Также есть дополнительная небольшая вот такая ниша, и здесь у нас уже располагается литий-ионная батарея, которая занимает у нас большую часть багажника, как и у многих гибридных автомобилей. Что касается заднего ряда сидений, из удобств здесь есть только подлокотник без подстаканников. То есть либо два пассажира с подлокотником, либо два пассажира и какой-то, наверное, ребенок, так как заявлено у нас три места на заднем диване, но по факту сядут, ну, вот два крупногабаритных каких-то мужчины, либо три ребенка, либо девушка, мужчина и ребенок. Короче, место вообще по факту на двоих удобных, а не удобных три. Что касается удобства посадки на втором ряду, так вполне удобно. До потолка у нас совсем чуть-чуть остается, но при моем росте это уже достаточно. Ну и вряд ли, наверное, кто-то из вас, так же как и я, будет сидеть вот так вот с прямой спиной. Чаще всего мы сидим вот так вот, да, более удобно. И при этом положении мы вообще никуда не упираемся, и у нас все хорошо. Единственное, что если я сяду все-таки ровно, вот именно боковая часть меня смущает, вот так вот головой можно удариться. Но это уже если уже докапываться совсем до автомобиля. Но если быть более уже лояльным и обращать внимание только на плюсы, вы посмотрите, сколько места у меня для ног. То есть я не сижу вот так в развалку, я могу сесть так, так, не упираясь в спинку водительского сидения. И также, если я сяду более свободно, у меня все равно остается немного места, вполне много места на заднем ряду. Но, опять же говорю, у нас есть два удобных места и три неудобных. Ух ты, что увидел-то? Смотрите, а? Тут даже пленочка еще не отклеена. Вот японцы-красавцы, а? 30 тысяч километров всего наездил, даже не отлепил. У нас бы, наверное, в первую очередь вот эти все салофанчики отлепили бы. Мы, наверное, только пульт из салофана не вытаскиваем. Также из интересного, японец оставил видеорегистратор, который у нас идет и наперед, и назад. Итак, друзья, что же касается цен. А именно, сегодняшний экземпляр у нас 2017 года с пробегом 29 тысяч километров. 4,5 балла оценка по салону Б. Идеальное состояние автомобиля, какое может быть у пробежного автомобиля по Японии. Там еще есть варианты новых автомобилей с оценкой S. Но вот у нас, блин, идеальнейший вариант для покупки в личное пользование на долгое время. И такой вариант за рестайлинг последний третьего поколения 17-18 года 1 200 000. Но все еще доступен к приобретению второй рестайлинг третьего поколения, и если это не гибридные модификации с объемом двигателя 1.3, то там старт цен примерно 700 тысяч рублей, за гибридные модификации второго рестайлинга третьего поколения 850 тысяч рублей. Ну и далее у нас рестайлинг идет не гибрид 1.3, где-то старт цен за хорошие автомобили, подмечу, это 850 тысяч рублей, опять же, но это не гибридные модификации. Но и на гибридные модификации последнего рестайлинга это примерно старт цен 970 тысяч рублей с пробегом, если под сотню, 3,5-4 балла. То есть варианты, которые можно рассмотреть к приобретению, может быть не супер идеальные, но можно в принципе покупать. Если же вы рассматриваете что-то там за сотню, троечки, эрочки, то, возможно, цена будет еще ниже. Это нужно рассматривать индивидуально. Я напоминаю, друзья, что аукционы Японии бывают часто непредсказуемыми. Цены меняются практически каждые 2 недели, а может быть и каждую неделю. Но всегда за этим можно следить на нашем сайте в подключенном большом каталоге, который вытягивает статистику с аукционов и считает
конечную цену по актуальным курсам. Но опять же, друзья, не забывайте, это техника, и вы всегда можете обратиться за бесплатной консультацией по указанным ниже контактам. Пишите обязательно, как вам в целом Fit, пишите свои отзывы про Fit, про любое поколение, которое было у вас во владении, пишите, как у японцев получился последний рестайлинг. Ну и ждем крайнее, четвертое поколение Fit'а на нашем YouTube-канале, там новая гибридная установка, думаю, будет очень интересно. С вами был Константин, компания Priority Auto, до новых встреч, пока! I'm walking around in the circle of life, doing the things I know. Walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to put on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to put on the left side, put it up in your mind? Компания Priority Auto – надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля, покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto – ваш надежный поставщик.